GC World — это небольшой проект Джейкова по Майнкрафту, работает на олдскульных версиях 1.7.2 и 1.7.10. Заходите, зовите друзей и вместе развивайтесь. Также покупайте донат, чтобы быстрее развиться и тем самым помочь нашему серверу материально. IP сервера есть в описании этого видео. Всем приятного просмотра! Всем привет, с вами Джейкоб. Мы продолжаем проходить карты в Майнкрафте. На самом деле, я сегодня думал снять какой-то другой видосик, но так как подписчик мне прислал карту, которую сам, собственно, и сделал для меня, то я просто ее обязан пройти, и жмите лайк. Разделю эти лайки вместе с этим подписчиком, который для меня сделал карту. Так что ставьте лайк, будет приятно и мне, и, надеюсь, ему. Окей, значит... Карта, в принципе, никак не называется. Но здесь есть одна особенность. Карта с модами. Как видим, это мод на различную мебель. Я очень давно не играл с этим модом, но хотя бы на карте этой поиграю. Это прикольно. Это реально прикольно. Так, давайте я, пожалуй, выставлю настроечки какие-то. Нормально ли у меня тут все? Частицы все, да вроде нормально. Окей, да, как я говорил, карта никак не называется, по сути, но я думаю, что здесь будут какие-то испытания, судя по всему. Окей, давайте начинать и не тянуть. Так, блин, что это такое? О, нифига себе, 50 страниц. А нет, только одна. Хорошо. Правило, играть только днем. Time set day. Ну, окей, постараюсь как-то следить за этим. Spawn point вводить, когда напишут таблички. Окей. Непроходимо. Ну, ладно, use game mod 1. Да, это я умею. Окей. Слушайся таблички. Ну, короче, я понял. Перемотай на 36-ю страницу. Если упал с чекпоинта, но выжил, kill. Так, 36-я страница. Ну, сейчас мы перемотаем быстренько. 36-я. Пароль, чтобы вы... А, нет, все, я не видел, я ничего не видел. Я, видимо, плохо прочитал, и это не нужно было смотреть. Окей, я не видел, только первую цифру, 2 или что там. Окей, все, я понял. Так, о боже, громко, по-моему, как-то. Или звуки нормально. Так вот. Это тостер или что? Я так сомневаюсь, что здесь что-то есть такое... Боже, как выключить это? А, ладно. Так. Стоп. Блин, дайте мне выйти отсюда. А, как? Что? Твою мать. А. Что за хрень? Как? Что я наделал, а? Что это? Одним словом, я перезашел, потому что я не знаю, что за хрень. Мне все-таки, видимо, нужно было перемотать на 36-ю страницу. Мне что-то так подсказывает. Видимо, это тот пароль, которым нужно выйти. 23-47. Давайте. 2-3-4-7. Ура, господи. Ну, пока неплохо выглядит. А, мои глаза. Паркур. Обожаю. Ой, господи. Блин, здесь такой фон. Я чувствую, что не пройдет и минуты, как с моих глаз потечет кровь. Господи. В курсе, что портит зеленый? Зрение? Я не знаю. Я не знаю, ребят. Выбирай. Блин. Давайте я поставлю здесь spawn point, кстати. Потому что... Ну, так удобнее будет, если я вдруг умру. Что портит зеленый? Господи, я не знаю, что выбирать-то. Так, что выбирать... Да-да, легко. Ну, я-то знаю, что сейчас жесть начнется. Мне, в принципе, это уже не нравится. Слишком много паркура просто. А, мои глаза, господи.
Мои глаза больше от вот этого красного фона сейчас уже начали болеть, нежели от этого зеленого. Да, блин. Ой, чувствую я... Блин, здесь еще и это самое. Голод. Была бы хоть какая-то жрачка. Ай... Здесь можно запрыгнуть? Так выглядит просто странно. Да, можно. Так, spawn point. О, ура, здесь можно spawn point описать. Только главное, чтобы они здесь сработали. Надеюсь, все нормально тут сработает. Окей. Блин, а толку от этого spawn point, если я не умираю? Блин, what the fuck? Kill. Блин. Видимо, вот так вот придется. Ну ладно. Погнали, мать вашу. А если я здесь сделаю вот так, немножко щитерю, потому что это слишком жестко. Фух. Spawn point. Еще бы до него допрыгнуть, господи, пожалуйста. Фух, spawn point. Ну вот как-то так и будем двигаться, походу. Ха-ха, осилишь? Думаю, осилю. Надеюсь на это. Паркур может быть и не настолько прям уже сложный. Так, стоп. А, все нормально. Да что ж такое? Паркур уже и не настолько сложный на самом деле, как... Что? В смысле? Я не понял, почему spawn point? Нет, слушайте, так нечестно. Я spawn point ставил. Ставил где? Вот здесь я ставил. Здесь писало spawn point, я здесь был. Давайте еще раз напишу. Или может оно на льду меня не хочет спавнить? Я не знаю. Ну ладно. Блин, меня не хочет на льду спавнить, прикиньте. Поэтому я сделаю вот так. Я сделаю вот так. Вот здесь, на этом блоке, будет мой spawn point. Надеюсь, на нем будет меня спавнить. Так, стоп, я выброшу этот блок. Нахрен он мне нужен. Так, господи, сраный прыжок, да, отлично. Фух. Так, по чуть-чуть, здесь можно вот так, господи, ненавижу. Фух, а теперь поднимайся 38 часов. Оу, ну ладно, это по крайней мере не паркур, так что да, в целом... Что касается паркура, который я уже прошел, он не был прям сложным, и это скорее плюс даже. Просто вот эти цвета, господи, это для просто для каких-то мазохистов, я не знаю. Это слишком жестко, у меня уже глаза болят. Надеюсь, дальше не будет настолько много вот этих таких прям кислотных цветов, которые просто глаза выедают. Итак, ну 38 часов не прошло, но... Я уже наверху. Так, облако. Я вырублю облака. Details. Как оно называется? Clouds. Fast, fancy, off. Потому что они здесь мешают. Так, я надеюсь, что здесь где-то будет spawn point. Да. Фух, это хорошо. Это очень хорошо.
Спаунпоинт. Блин, вот давайте я так немножечко считерю и возьму немножко жрачки. Потому что, блин, ну, мне кажется, это не было предусмотрено. И это плохо. Я возьму хотя бы стак яблочек каких-то, потому что... Это, блин, плохо. Вдруг там нужно будет как-то бежать или опять какой-то паркур. Так, я не совсем соображаю, что мне нужно сделать. Я подозреваю, что мне нужно где-то запрыгнуть в одну из этих вот... лав, что ли. И там, наверное, будет проход вниз. Ну, давайте вот правило правой руки. Обычно с правой стороны... Нет, фак. Ладно. Ладно, это не настолько страшно. Давайте сюда тогда. И не здесь. Возможно, туда дальше. Не все так просто. Просто. Не так просто. Да. Нет. Стоп. А вот это, блин, неправильно. Так, я не понял. Фух. Да what the fuck. Конечно, я, блин, разбился. Чё-то как-то, блин, здесь... Непонятно проделано. Блин, я же не выживу просто. Как я должен? Я что, сразу должен это все лететь? Что за бред? Возможно, как-то в воде я смогу задержаться. Блин, нет. Ну, господи. Господи ж ты, боже мой. Давай, выживи. Да, нет. Блин, да что же это такое? Слушайте, это что-то здесь... Какая-то паленая тема, блин. Я не понимаю, как я должен потом остановиться, чтобы пройти дальше. Что за бред? И я здесь разбиваюсь, как бы. Давайте гейммод 1, потому что, блин. И там поставлю спаунпоинт и здесь дальше угадывать. Я просто не знаю, как по-другому здесь. Здесь слишком высоко. Это, блин, плохо. Это не продумано. Спаунпоинт. Окей. Давайте сюда. Нет? Ну ладно. Давайте... Где я сгорел? Давайте сюда. А, нет, не надо. Давай сюда. Не здесь. Ну, возможно, тут... Блин, и вот... Дальше опять та же фигня. Какой-то стрёмный уровень. Я же здесь дохну. Как я это должен был пролететь? Вот даже, припустим, я должен был... Лететь сразу сквозь все эти слои, сколько их там есть. Но я бы не выжил, потому что меня бы лава просто тогда убила. Если бы не упал и разбился, то лава бы захреначила просто. Это, блин, не продумано, господи. Это, конечно, плохо. Так что учтите, те, кто собирается там карты делать. Как-то чуть попродуманнее это все делать. Блин, я... Наверное, здесь буду все вот так вот проходить, потому что... Мне интересно, это так должно быть или нет? Ну, хорошо. Ну, ладно, а как тебе лабиринт? Лабиринт? Лабиринт-то я не против, в принципе. Спаунпоинт. Я лучше буду везде здесь ставить спаунпоинты. Лабиринт. Правило правой руки... Хочу сюда пойти. Пароль, чтобы войти, наверное, такой же самый. Я надеюсь. Нет, в смысле? Нет, ну нет, я не хочу перезаходить. Нет. Нет, пожалуйста, не надо. Как выйти из этой херни? Что за дичь? Здесь нету ни крестика, ничего. Как ее закрыть? Как ее, блин, закрыть? Я не знаю, как ее закрыть. Блин, нужно перезаходить. Итак, я перезашел. Так, немножко FPS проседает. Ну, я не знаю тогда. Наверное, нужно искать какой-то сундучок с... возможно, кодом, чтобы войти в эту дверь. Я не знаю, будем искать тогда. Тупик. И здесь, наверное, тоже тупик, да. Есть!
63-75. Вот это реально прикольно придумано. Ну, то есть, так, как раз самое то. То есть, чтобы пройти лабиринт, нужно поначалу найти какой-то код. Ну, блин, это хорошо. Господи, какой там код был? 63-75 или нет? А, я забыл. Да, 63-75, господи. У Джейкоба память плохая, универ просто все отбил с потрохами. У меня когда-то, походу, получше было. 63-75. А, отлично. Твоя цель — добыть алмазы, сломать обсидиан. Давайте spawn point. Мне кажется, он здесь должен быть. Окей. А, крипер. Господи. Так. Твоя цель — добыть алмазы и сломать обсидиан. Окей. Добыть алмазы без проблем. Так, алмазики я нашел, только вот мне нужно железо, чтобы добыть эти самые алмазики. Окей, вот они здесь, я здесь себе выкопаю, чтобы можно было залезть спокойно. Так, ну ищем железо тогда, думаю, где-то оно здесь должно быть, посерединке что ли. Отлично, железо я нашел. Так, вскапываем его. Делаем железную кирочку. И тогда делаем алмазную, ну и добываем обсидиан. Это такой, знаете, стандартный уровень, я его много где видел. В принципе, ничего как бы нового, но тем не менее, можно сказать, не баян, а классика. Вот так вот. Окей. Так, поначалу мне нужно еще их обжарить. Так, давайте я... палки еще тогда засуну сюда. Надеюсь, оно обжарится. Хотя вряд ли, сомневаюсь. Хотя, возможно. Палки очень быстро горят. Блин, наверное, таки не смогу. Нужно еще... Нет, не нужно... А, блин. Господи, ладно, добудем это сраное дерево, и я не буду париться просто. А нет, обжарилась. Только палку, блин, истратил. Ай, окей. Так, железная кирочка. Добываем алмазы. Так, да, алмазы. Мне показалось, что тут был крипер, господи. Алмазик. Обожаю. Давно очень не выживал в Майнкрафте. Так хотя бы здесь вспомню. Саму основу, так скажем. Окей, алмазная кирочка. Давайте я вот это все уберу, чтобы не мешало. Такс. Ну, давайте долбить этот обсидиан. В принципе, он не так долго ломается, алмазной киркой, так что. Это хорошо. Окей. О, нет, паутина, серьезно. Ладно. Так, давай, ломайся. Окей. Я так понял, нам нужно пробраться. Ну ладно. Так, а где моя жрачка? А, я же умер, господи. Ну ладно, ну погнали что ли. Блин, ни разу так не делал на самом деле, чтобы вот так сквозь плотную паутину прям ни разу не пробирался. В принципе, не настолько уже и медленно, как мне казалось. Вот дверь уже вижу близко.
Блин, помню этот мод на мебель разную и вот эти все заборчики на одном проекте когда-то играл. Там прикольно делал себе такие вот штуки. Это прикольно было. Дом, хозяин. Звоночек. Это типа мой дом, да? Мне писал автор этой карты, что это типа косплей на мой дом. Я, конечно, его никогда не показывал. Только свою комнату, по сути, вы могли видеть видео, но... Ну, у меня, конечно, по-другому, но... Ничего так прикольно. Прикольно. Так. Вау. Прикольный этот мод на мебель. Очень даже. А! Долбаный скелет. Окей. Такс. О, это типа моя хата, моя комната, да-да. Вот шкаф, комп, он у меня так как бы в углу стоит. Да, здесь еще должны были быть двери на балкон. Ну и диван. Прикольно, прикольно. Мне нужно здесь что-то делать или это уже конец с карты? После осмотра дома иди направо, еще здесь осмотрю. О, кухня прикольная с этим модом, да. Да, это прикольно. Так, окей. Строители. Если не ошибаюсь, автор этой карты мистер Киллер 2016. Ну, что могу сказать? Ну, небольшая карта, но, в принципе, мне понравилось. То есть, ну, как тебе косплей на твою хату, Джейков? Спасибо за прохождение карты, удачи. Ничего так, косплей... Ну, касательно карты, в принципе, мне понравилось. Неплохо так, можно сказать, все в меру. Паркур мне поначалу показалось, что там очень много разного, но, по сути, почти без читерства и прошел. Так что, в принципе, неплохо. Хотя, знаете, вот эти даже на паркуре эти кислотные цвета, это, возможно, даже какая-то небольшая фишка, чтобы вам было тяжелее проходить. В принципе, прикольно. Мне понравилось. Спасибо большое за карту. Не знаю, что еще сказать. Возможно... Подписывайтесь на канал автора этой карты. Я оставлю, наверное, ссылочку. Что ли, думаю, что автору карты будет приятно. Ну, на этом все. С вами был Джейкоб. Еще раз спасибо за карту. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо тем, кто лайк поставил и кто прямо сейчас жмякнет. На этом все. С вами был Джейкоб еще раз опять-таки. Всем удачи и всем пока.